Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Сегодня я сижу очередную передачу из цикла «Как воспитать собаку спасателя». В связи с последними вопросами, которые вы мне задаете, то есть сейчас очень много подписчиков моего канала, видимо, всплеск такой произошел, что приобрели щенков, и задают такие вопросы очень много людей. Каким командам нужно учить собаку? Я вспомнил вот об этом интервью, и поэтому эту передачу я ее поставлю отдельной абсолютно как бы передачей. То есть она войдет в цикл «Как воспитать собачку-спасателя» и отдельно как ответ на ваши вопросы. Давайте посмотрим, я представлю их вашему вниманию, своего друга из города Новосибирска, спасателя международного класса Марата Файзулина. Не совсем обязательная команда. Значит, она должна... Это обычно на поиске, когда большие площади. Команда ищет, она сразу эмоционально начинает выгорать. А команда работает, значит, она просто в готовности. Если она причует что-нибудь, она сработает. А вот, вот когда нам... Можно сравнить, знаете, с чем? Это вот есть как команда ко мне, да? Ага. Это обязательная команда. Потому что она, скажем так, это жизненно необходимая. В том числе и для безопасности собаки, там, перед дорогой или еще что-то, она, там, или там собака большая, которая ее съест, или которая нападается, может быть, правильно? А как судьи реагируют на это? А это тут не про судьи. Я понимаю, что в принципе... Я про что говорю, есть обязательные команды, да, которые собака должна выполнить, одну команду сказала, она должна ее выполнить. Это команда, допустим, ко мне, или команда фу. Вот. Команда нельзя, это так, или команда нет. А, допустим, сказал ко мне, собака однозначно подошла и под того села. А есть команда «иди сюда». Она не обязательна. Это значит, что ты собаке говоришь, а неплохо было бы, чтобы ты ко мне подошла. Ну да, но и это уже... бежит уже... Это уже ваши конкретные взаимоотношения какие-то. Ну, не важно, но должны быть обязательны для дрессировки собаки, должны быть обязательные команды, которые... Потому что если все время только обязательные команды, это она выгорает, собака. Потому что она... У нее там другие интересы или еще что-то. Может быть, ей в это время надо что-то там сделать. Ей надо. А ты ей сказал, иди ко мне, но она вынь да положь, бежит к тебе, еще и в это время из нее все вываливается. Сам. Или писается. Сам. Бежит. А ты ей сказал, иди сюда, она спокойно доделала это дело. Хорошо, сейчас подойду, примерно так. Ну и маркировка как таковая на самом деле, да, вот маркер да и маркер нет, да, это ну, я считаю, что тоже, в принципе, это хорошая вещь такая. То есть это правильное выполнение команды, неправильное, или желательное, нежелательное действие обозначения? Ну, должно быть. Но со временем вот лексикон команд собаки расширяется. Лучше, чтобы были набор обязательных команд, которые собака выполняет хоть. И набор всех остальных, как бы, необязательных команд. Ну, у нее же тоже мозг, он тоже развивается. Вот команда работает, допустим, это вот у нее один тип поведения. Команда «иди ко мне», «иди сюда», там еще что-то, там, ну, из таких вот, там, «принеси там тапочки», «принеси это», там. Ведь это же не обязательно, команда «опорт» обязательно команда, а «принеси тапочки», она там будет тебе. Там. Давайте я представлю, мы сейчас разговаривали со спасателем международного класса, с отличным человеком, с кинологом, с водолазом, представитель города Новосибирск, Новосибирского отряда спасателей. Thank you.